немножко изменилась моя тема, ну, чуть-чуть формулировка иная, и я также должен буду сделать несколько оговорок, с которых сразу начну. Вот. А тема звучит теперь, ну, собственно говоря, вот так же: если Бог есть, то все позволено. Решаюсь произнести такие слова в таком месте, в такой аудитории. Но это не я, а центральная метатема творчества Достоевского в современной европейской философии. Но, может быть, нужно оговориться, что речь идет, конечно, не вообще о том, как Достоевский представлен в современной европейской философии, а именно о том, как этот мотив трансформируется в современной европейской философии. И поэтому речь идет в основном о современной психоаналитической философии, в которой действительно этот мотив подвергается вот таким самым неожиданным трансформациям. И оговорюсь сразу, так как не будет времени по ходу доклада делать ссылки, но они у меня есть и многочисленные, на то, что, конечно же, вся основная литература о братьях Карамазовых и, конечно, прежде всего, работы Валентины Евгеньевны Метловской и сборник «Имли» под редакцией Татьяны Александровны Касаткиной и книжка там Владимира Карловича Кантора и многих из присутствующих здесь, кто только занимался интерпретацией братьев Карамазовых. Знаменитая формула Ивана Карамазова «Если Бога нет, то все позволено» в действительности обозначает главную философскую метатему всего творчества Достоевского, которая отчетливо поставлена в униженных и оскорбленных записках из подполья и во всех романах так называемого «Великого Пятикнижия». Впоследствии она неоднократно подвергалась разнообразным трансформациям в западной литературе и философии. Так, например, формулируя исходную позицию экзистенциализма, Сартр писал: «Даже если бы Бог существовал, это ничего бы не изменило. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его спасти от себя самого, даже достоверное доказательство существования Бога». Любопытные новые истолкования формулы героя Достоевского имеют место в современной европейской философии психоаналитического и фрейдо-марксистского толка. В одном из семинаров Жана Лакана читаю: «Как вы помните, сын Иван, заманив его, то есть своего отца Федора Карамазова, на опасные тропы, которыми движется мысль человека цивилизованного, заводит речь о том, что если Бога, мол, не существует, если Бога нет, подхватывает отец, тогда все позволит. Мысль, конечно, наивная, ибо мы, аналитики, прекрасно знаем, что если Бога нет, то не позволено вообще ничего. Невротики каждый день дают тому наглядный пример». Комментарий к этому месту находим у известного славянского философа, переводчика и интерпретатора Лакана Славоя Жижика. Истолковывая формулу Лакана, Жижик объясняет ее бессознательной верой современного человека в Бога. Современный атеист думает, что он знает, что Бога нет. Чего он не знает, это что бессознательно он продолжает верить в Бога. Современность давно уже не определяется фигурой верующего, скрывающего свои тайные сомнения в вере и погруженного в трансгрессивные фантазии. Сегодня мы сталкиваемся наоборот с субъектом, который предъявляет себя как толерантного гедониста, участника гонки за счастьем, что бессознательно оказывается территорией запрета. Подавленными при этом оказываются не какие-то запретные желания или наслаждения, а сами запреты. Утверждение о том, что если Бог мертв, значит все запрещено, поясняет далее Жижик, означает следующее: чем больше вы ощущаете себя атеистом, тем более ваше бессознательное определяется запретами, которые саботируют ваше наслаждение. Стоит дополнить этот тезис противоположным утверждением: если Бог есть, то все позволено. Не есть ли это наиболее лапидарное определение существования религиозного фундаменталиста? Для него Бог существует, а любые его действия искуплены заблаговременно, поскольку они проявление божественной воли. Достоевский, по мнению Жижика, в действительности также разделял эту идею. Все позволено скорее тем, кто напрямую апеллирует к Богу, воспринимая сами себя в качестве инструмента совершения его воли, замечает он по этому поводу. Это в первую очередь относится к так называемым фундаменталистам, практикующим извращенную версию того,
что Киркегор называл религиозным упразднением этического. Исполняя миссию Бога, позволено убить тысячи невинных. Жижик отмечает, что отнюдь не в варианте Достоевского, а как раз в варианте Лакана обсуждаемая формула принята некоторыми христианами, для которых она является следствием христианского учения о преодолении запретительного закона с помощью любви. Ведь если вы пребываете в божественной любви, то вам уже не нужны никакие запреты. Вы можете делать все, что пожелаете. Если вы действительно пребываете в божественной любви, то вы просто не пожелаете совершить ничего дурного. Таким образом, не только у Лакана, но и у Жижика мы находим яркие субъективистские интерпретации идеи Достоевского. Как утверждают исследователи философии Жижика, последнее вообще характерно для его обращения со своими предшественниками. Отечественные историки литературы нередко реагируют на перетолкование русской классики современными философами довольно редко. Особенно часто это происходит в последнее время и по отношению к западным исследователям, а Жижик еще вдобавок довольно долгое время работал в Англии. Однако надо признать, что в целом Жижик довольно адекватно излагает смысл художественного развития этой темы Достоевского. Утверждение «если Бога нет, то все позволено» вовсе непростое предостережение против неограниченной свободы, то есть воззвание к Богу как к силе, способной наложить трансцендентный запрет, ограничивающий человеческую свободу. В обществе, которым управляет инквизиция, как раз ничего не дозволено, ведь Бог используется здесь в качестве некой высшей инстанции, ограничивающей нашу свободу, а отнюдь не являющейся ее источником. Суть притчи о великом инквизиторе заключается в том, что люди в таком обществе забыли послание Христа, и если Христос вернется, его сожгут на костре, посчитав смертельной угрозой общественному порядку и благополучию, поскольку он преподнес людям дар свободы и ответственности. Таким образом, внутренний смысл фразы «если Бога нет, то все позволено» не столь однозначен, пишет Жижик. В отличие от Лакана, который обронил по поводу этой формулы лишь несколько фраз, Жижик прослеживает ее воплощение, что, конечно, далеко не часто встречается при обращении философов к произведениям художественной литературы. Если не во всем романе, то во всяком случае в книгах 5 и 6. В результате он приходит к такому выводу. Смысл данной истории не просто в том, чтобы подвергнуть критике церкви и проповедовать возвращение к абсолютной свободе, данной нам Христом. Сам Достоевский не высказывается на сей счет определенно. Можно сказать, что попыткой ответить на вопрос Ивана является история жизни старца Зосимы, которая следует сразу за главой о великом инквизиторе. Зосима учит, что люди должны прощать других людей, признавая свои собственные грехи и вину перед ними. Ни один грех не возникает сам по себе, так что каждый ответственен за грехи своих ближних. В заключение Жижик делает неожиданный публицистический ход. Разве это не собственная версия фразы «если Бога нет, то все запрещено», данное Достоевским? Может показаться, что не так уж не прав Жижик и в своей новой версии формулы автора «Братьев Карамазовых», вот в этой как раз. Ведь идея «если Бога нет, то все позволено» исповедуется в романе не самим Достоевским, а вначале Иваном Карамазовым и затем некоторыми другими его героями. Позиция же Ивана и этих героев изображается всем ходом повествования как разрушительная. Следовательно, Достоевский и должен был думать как-то наоборот. По версии Жижика, если Бога нет, то ничего не позволено. Или, если Бог есть, то все разрешено. Однако сам писатель никогда ничего подобного не говорил. А говорил он вместо этого совсем другие вещи. Например, главный вопрос, который проведется во всех частях жития великого грешника, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, существование Божие. Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человечества, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, и коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует, несомненно. При этом идея о бессмертии по Достоевскому – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. А бессмертие, душа и Бог по Достоевскому – это все одна и та же идея. Как видим, формула Достоевского, которую можно вывести из его собственных деклараций, очевидно, из наиболее полно и непосредственно выражающих ее высказываний старца Зосимы, совсем иная. Она может звучать, например, так: «Бог есть, и, следовательно, душа бессмертна. С таким ощущением жить человеку гораздо легче, а, следовательно, так оно и есть». Позиция Жижика нуждается еще в одной, на первый взгляд, незначительной, а на самом деле довольно существенной коррекции. Философ полагает, хотя утверждение «если Бога нет, то все позволено» обычно приписывают Достоевскому, одним из первых это сделал Сартр в книге «Бытие и ничто»,
Он вообще-то никогда этого не говорил. Более всего, на эти слова похожа реплика Дмитрия, поданная в его споре с Ракитиным, как приводит ее сам Дмитрий Алешин. Только как же, спрашиваю, после этого человек-то, без Бога-то, или и без будущей жизни, ведь это стало быть теперь все позволено, все можно делать. В действительности эта формула звучит в романе неоднократно. Разные ее контексты ее использования вносят в нее существенные оттенки. Не только анализ художественного претворения ее во всем романе позволяет уточнить подлинное отношение к ней автора. В качестве продолжения приведенного Жижиком диалога она представлена у Ракитина в пересказе его слов Дмитрием. «А ты не знал, — говорит, — смеется. Умному, — говорит, — человеку все можно. Умный человек умеет раков ловить, но вот, а ты, — говорит, — убил и влопался, в тюрьме гниешь». Впрочем, веру и добродетель Дмитрия вначале подтачивает Иван, а уже потом Ракитин. Так впервые Дмитрий слышит мысль о том, что раз Бога нет, то все позволено, еще в книге второй, в пересказе Миусова, именно как убеждение Ивана. «Позвольте, — неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович, — чтобы не ослышаться, злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника, так или не так?» «Точно так, — сказал отец Паисий, — запомню». Произнеся это, Дмитрий Федорович также внезапно умолк, как внезапно влетел в разговор. То, что Дмитрий пока просто принимает к сведению теорию брата Ивана как возможное обоснование его собственных отступлений от морали, в том числе и в его конфликте с отцом, знаменует до наступления нового фазиса в его душе, которое происходит в книгах 11 и 12, пока еще очень далеко. Воспроизводя идею Ивана и Ракитина, Дмитрий, однако, делает из нее противоположный вывод. «А меня Бог мучит, одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин? Что, это, если эта идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, что-то человек – шеф земли, мироздание великолепно. Только как он будет добродетельным без Бога? Это вот вопрос. Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет? Кому гимн-то воспоет?» У самого Дмитрия эта формула Ракитина принимает противоположный характер. «Врет Ракитин, если Бога из земли изгонит, мы его под землей встретим. Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже, чем не каторжному. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость, да здравствует Бог и его радость, люблю его». Еще большее неприятие она принимает у Дмитрия в варианте Ивана. «У Ивана Бога нет, у него идея, я ему говорю, стало быть, все позволено, коли так, он нахмурился, Федор Павлович говорит, папенька ваш был поросенок, но мыслил он правильно, но тут же отвергает ее, это уж почище Ракитина», то есть Дмитрий отвергает. Как видим, не только Иван как бы заражает Смердякова идеей о том, что Бога в самом деле нет и, следовательно, все позволено, но и Ракитин уже в конце романа пытается заразить Дмитрия ею же, но тот не поддается. Логика Дмитрия близка здесь к реконструированной нами выше логике самого Достоевского, а, следовательно, наша реконструкция более или менее верна. Если Бога нет, то все позволено, но именно поэтому Бог есть, есть в душе человека, а значит и в мире. Кстати, Ракитин также впервые слышит идею об этическом нигилизме с необходимостью, вытекающим из атеизма, от Ивана. Притом отзывается о ней резко и осуждающе. А слышал давеча его глупую теорию? Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено. А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул? Запомню. Соблазнительная теория подлеца. Между тем, впоследствии Ракитин будет излагать ее же Дмитрию в тюрьме в ответ на его вопрос, ведь это стало быть теперь все позволено. Мучащие Ивана сомнения, которые он решается высказывать публично, оказываются на поверку тайными убеждениями Ракитина, с которыми тот до поры до времени не только ни с кем не делится, но которые прилюдно оспаривают. Если попытаться уловить художественную логику других трансформаций этой формулы в развитии сюжета романа, то она выглядит так. Для Смердякова эта мысль Ивана оказалась легитимацией его ненависти к людям и тайного желания убить Федора Павловича Карамазова. Все тогда смелы были, все, дескать, позволено говорили, а теперь вот как испугались, пролепетал, девясь, Смердяков. Между тем, в 11-й книге романа, отвечая Ивану, которому кажется, что черт присутствует и при их беседе, он уверенно возражает: «Никакого тут призрака нет, кроме нас обоих, да еще некоторого третьего. Без сумления тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя. Третий этот, Бог, самое это провидение, тут оно подле нас, только вы не ищите его, не найдете».
Обратим также внимание на то, что те, кто исповедует в романе идею «Если Бога нет, то все позволено», Ракитин, Смердяков, Федор Павлович, Иван, наделяются ненавистью или, по крайней мере, нелюбовью к ближним, а в особенности к соотечественникам. Одновременно им, так же как Миусову и великому инквизитору, присуща любовь к человечеству вообще. Существенно также и то, что все герои романа, исповедующие или принимающие логику «Если Бога нет, то все позволено», и Иван, и Ракитин, и инквизитор, и черт, и Смердяков низкого мнения о природе человека, то есть августинианцы. Из современной, непосредственно знакомой Достоевскому русской мысли, этот мотив идет у него от Страхова, восходя к их флорентинскому спору. Их же идейные оппозиционеры в этом отношении Зосима, Алеша, Дмитрий вместе с верой Бога проповедуют также любовь к ближнему, к своему народу и к России. Так Алеша и Сталин Зосима, ощущая, что Иван сам страдает от собственного безверия, пытаются внутренне поддержать его. При этом они, в первую очередь Алеша, заражают своих идейных противников любовью и верой или хотя бы зарождают в их душах сомнения в собственной правоте. Например, у Смердякова Алеша вызывает только презрение, а у Ивана и у Грушеньки интерес, живейшую симпатию и веру в человека. Весь многополисный нарратив братьев Карамазовых построен так, чтобы, с одной стороны, показать гибельные последствия, которые сомнения русских интеллигентов в существовании Божьем могут иметь для них самих и тех, с кем они соприкасаются, и с другой, что только ощущение присутствия в мире какого-то высшего начала может поддержать, а то и спасти человека, в особенности в наиболее трудных и даже драматических обстоятельствах его жизни. Убеждения почти всех героев романа отчетливо соотносятся с той или иной степенью современной Достоевскому западной или русской философии. Позиция Ракитина с антропологическим материализмом Фейербаха «Бога нет, а человечество само себе Бог», Ивана Карамазова в какой-то степени с анархическим эгоцентризмом Штирнера, отчасти со страховским неверием в человека и соловьевско-леонтьевским теократизмом «Бог нет, человек мерзов, и потому необходима церковь государства». А позиция черта с Фейербахом и в значительной степени со Штирнером «Бога нет, и, следовательно, человеку все позволено даже считать Богом себя самого». В отличие от Ракитина и даже от черта и великого инквизитора, Иван, как неоднократно отмечалось, не просто исповедует идею «если Бога нет, то все позволено», а мучается ею. Впрочем, говоря об этом, исследователи нередко упускают из виду, что эта идея все же толкает Ивана на то, чтобы последовать совету Смердякова в решительный момент уехать из дома отца, что оказывается с его стороны своего рода безмолвным согласием на его убийство, выгодное ему как наследнику. Окончательное решение метатемы Достоевского в «Братьях Карамазовых» может быть осмыслено, разумеется, только на основе позиции старца Зосимы и отчасти Алеши, поскольку все люди находятся между собой в отношениях невольной сопричастности, и каждый ответственен за грехи каждого, то вера в Бога обретается только через любовь к ближним, опытом деятельной любви. Несколько упрощенно излагая смысл художественной проверки идеи «Если Бога нет, то все позволено» в развитии сюжета «Братьев Карамазовых», их можно сформулировать примерно так. Если ощущения Бога в душе ближнего вашего нет, нужно поддержать его человеческим теплом. Ну, я не буду это цитировать, потому что это уже такое упрощение, и времени нет. Наиболее радикальную версию формулы «Если Бога нет, то все позволено» Достоевский воплотил, по мнению Жижика, в рассказе «Бобок». Вновь следуя за Лаканом, он усматривает в нем религиозную фантазию, не имеющую ничего общего с действительно атеистической позицией. Хотя он, Достоевский, создает ее, чтобы проиллюстрировать ужасный безбожный мир, в котором все позволено. Что же побуждает этих мертвых участвовать в этом бесстыдном обнажимся? Лакановский ответ прост. Их побуждает суперэго, но не как этическое образование, а как непристойное понуждение к наслаждению. Далее Жижик, как и некоторые исследователи творчества Достоевского, сближает его позицию с гностицизмом. И неожиданно переходит к резким обвинениям писателя. Если, однако, тем, что мертвые пытались скрыть от рассказчика, была компульсивная природа их непристойного наслаждения, и если в этом рассказе мы имели дело с религиозной фантазией, то единственным выводом, к которому мы можем прийти, будет: духи мертвых находятся под влиянием компульсивных чар злого бога. Именно тут окончательно обнаруживается ложь Достоевского, то, что он представляет как ужасную фантазию о безбожном мире, на самом деле оказывается гностической фантазией злого непристойного бога. В действительности, по моему мнению, тут окончательно обнаруживается не ложь Достоевского, а заблуждение, сознательное или бессознательное, его интерпретатора.
Ведь Достоевский показывает в «Бабке», что даже после смерти люди не совсем теряют ощущение Бога. Об этом говорит уже заглавие рассказа, которое, вопреки часто встречающимся иным его объяснениям, представляет собой слово «Бог» в том виде, в каком оно только и может быть произнесено полуживым, уже начавшим разлагаться в могиле человеком. Спасибо за внимание. У меня здесь было отмечено 20 минут, они еще не прозвучали. Вот, пожалуйста, вопросы. Да. Очень кратко, так, время. Да. Верующий человек следует формуле Августина: «Люби Бога и будь свободен». То есть для него, если Бог есть, все дозволено. Для человека неверующего Бога нет, и тогда тоже все дозволено. Нет ли в этом противоречия? А как это относится к теме моего доклада, в которых я говорил... Ну, просто формулу Августина не цитировали. Ну, зачем же в такой аудитории цитировать? Вот, спасибо. Ну, давайте на эту тему, может быть, отдельно поговорим, потому что это относится к тому, что я думаю, а не то, что думает Жижик, и что я думаю по поводу этого. Пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? Ну, фашизм, скажем, все равно плавающее означающее, то есть если вернуться к Жижику, то у него вот этот концепт даже с большим обоснованием, вот этим всем амбивалентен, то есть как бы мы можем выровнять и вот на такую истину, и на другую, тогда возвращаясь к вопросу коллеги, что и по Жижику мы тоже стоим перед вопросом, что же все-таки нам дозволено? Нам дозволено все доброе или нам дозволено все злое? Очень обрубляю, но смысл примерно такой. То есть вот где здесь как раз, ну скажем так, мост между неверующим и верующим сознанием, интерпретирующим одну и ту же формулу. И у Жижика это есть. Да, большое спасибо. Я, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить коротко, поэтому тоже давайте с вами поговорим отдельно, да, просто потому что мы находимся в довольно сложных условиях. Вот. Да, да, извините. Да, извините, просто нету больше времени. Да. Не у меня нету. Я с удовольствием бы поговорил бы на эту тему, сами понимаете, как лицо заинтересованное. Но я должен объявить следующий доклад. И, пожалуйста, передаю, да, передаю, значит, слово.